Меньше недели остается до окончания приема заявок на работу в молодежное правительство Чебоксар. Оно работает и развивается с 2014 года. Сейчас формируют уже третий созыв. Активисты молодежного правительства вовлекают своих сверстников в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, предлагают идеи и воплощают их в жизнь. За свою деятельность молодежное правительство Чебоксары реализовало такие проекты, как «Жизнь замечательных детей», «Подари ребенку счастье», провело экспресс-выставку «Фотосушка», акцию «Свеча памяти ко дню солидарности в борьбе с терроризмом», молодежный квест «Чапаев» и различные творческие и научные форумы. В этом году мы хотим изменить структуру нашего молодежного правительства. Хотим, чтобы молодежь больше была вовлечена в деятельность проектную, так как видим, что потенциал нашей молодежи он достаточно велик. И хотим, чтобы больше углубились в области ЖКХ, образования, физкультуры, спорта, культуры. И именно взаимодействие со структурными подразделениями, с нашими управлениями. И проходя там стажировку, молодежь начала писать проекты, которые будут реализовываться совместно с администрацией. Города Чебоксары. До 20 февраля принимаются заявки от молодых людей возрастом от 18 до 30 лет, имеющих портфолио с грамотами, рекомендательными письмами, дипломами. Затем претендентов ждут очные конкурсные испытания. По их итогам сформируют молодежное правительство третьего созыва.